вопрос самый главный. Это гран-при. Все члены жюри единогласно признали, что этот диплом должен быть присужден. В прошлом году он вообще не был присужден. А в этом году оказался замечательный кандидат. Это издание необыкновенное, многотомное, которое называется «Архив музыки. История страны глазами детского журнала». Я думаю, что вы его уже, наверное, видели. Если нет, то на первом этаже в стеклянной витрине, где выставлены книги по нашему конкурсу, выставлены и эти тома. Там собран огромный материал с 20-х годов, а музыке исполнилось только 90 лет. Материал и по иллюстрации, и по тексту, тщательно подобран, прекрасно сделан дизайнерский. Поэтому у нас в дипломе упомянуто это издание, издательство «Прима», как проект Юрия Остапенко и Паада, несмотря на шли, и за дизайн Александра Карантина. И, конечно, мы поздравляем с там же вам. Так что вот это явление событий. Пожалуйста, принимайте участие в следующем году, если сделаете что-то новое. Ждем вас.